Спасибо. Олег, ну и скажите, вот выйдя из СИЗО, просидев там сколько месяцев? 7. 7 месяцев. Вот что бы вы сейчас хотели сказать, ну, товарищам, зрителям? Вот, ребятки, братцы, я считаю, что корень наших общих бед заключается в нашем грехопадении, отступлении от Бога. Считаю, что нам нужно вернуться в лоно православной церкви и начать жить духом, чтобы не было ни войн, ни голода и прочих материальных проблем. Я считаю, что нам нужно поднять прежде всего духовное. Поднимем духовное, и все будет прекрасно. А, Олег, скажите, а вы верующим были и до вашего задержания, или да, стали верующим в СИЗО? До. Ну, вот. Последние 4 года я убедился материально, что истина в православии. Вот именно материально, фактически. То есть я видел проявление Бога в своей жизни. Ну, то есть я не общался с ним лично, я не видел ни ангелов, ни демонов, но я просто жил. Ну, демонов где-то в человеческом обличии вот, пришлось увидеть или нет? Ну, а вот как вот отношение к тем, скажем так, работникам милиции или бойцам спецподразделения, которые захватывали вас утром в облгос администрации 8 апреля? Я считаю, что на все воля Божия, и каждый получит свое. Я не держу ни зла, ни обиды, знаю, что истинная сила в прощении. Я не держал зла. Хорошо, спасибо вам, Олег, и успехов.